о выборе любимого дела в жизни говорил и чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Он пожелал успехов юным москвичам, а их родителям посоветовал не бояться такой, на первый взгляд, неспортивной игры, как шахматы. Родители часто: вот ребенок сидит, сидячий образ жизни. Да, я говорю, ребенок, если он добивается успеха в шахматах, то, во-первых, у него крепкая нервная система и у него крепкое здоровье, потому что только с крепким здоровьем вы можете 3-4 часа выдержать всю концентрацию и ответственность принятия решения, каждую минуту, даже каждую секунду. Мысли не останавливаются, голова работает.